Привет, друзья! Последний день перед соревнованиями, пятница. И сейчас мы едем в Москву. Я, кстати, постригся. Объезжаем Владимир, встряли в пробище. Одни фуры на дороге. Жарко. Ну, в общем, отельчик ничего. Завтра утром в 10 часов на регистрацию. Приехал я, короче. Новость хорошая. Я выспался и покушал. Новость плохая. У меня болит лопатка до сих пор. Что делать, не знаю. Наверное, буду обезболивающее пить. Привет, ребят. Что, участвуете в соревнованиях? Участвуем. Готовы? Да. Да, там очередь большая. Вон еще атлеты идут. Вы тоже атлеты? Атлеты. Да? Атлеты. Привет. Привет. Привет, Мария. Привет, Мария. Паша химичит. Еще гора, но потом будет вот прям как раз. Короче, топаем на брифинг. У Машки взял мячик. Посмотрел заходы. Я во втором, на 10-й дорожке. И это плохо. Зона для разминки. И заминки, кстати. Борода в эфире. Угу. Ничего хорошего я не услышал. Комплексы без штанги, бёрпи, коромысла, приседания. Пока что я расстроен. Еще лопатка болит. Я забыл озвучить для вас. Первое задание. 50 бурпи с подъемом мяча над головой, 18 килограмм у мальчиков. 50 подтягиваний до груди и 100 приседаний с мячом на плечах. Ограничение 13 минут. И мне этот комплекс очень не нравится. Короче, хотел разбить приседания, но не разбил, потому что надо терпеть, короче. А? 10.42. Бурпи, по-моему, последний подошел к турнику. Подтягивание тяжело. Я толстый, во-первых. Во-вторых, я их не делаю никогда. Ну и приседания просто капец. Просто какой-то, я не знаю, 2015 год, группа Б. 18 килограмм мяч. Дотерпел только потому, что парень со мной зарубался рядом. Я бы так, конечно, разбил. Дмитрий, вы что тут делаете? Это ваш ученик? Как сказать, да. Что, нормально делает? Надеюсь, выносливый? Да. Но длинный, да? Не могу его никак на гребле обойти, да? Нет, да? Раза. Ну так, зато на всем остальном, да? Эта штанга пока не поддается. Жизнь и смерти был. Реально начал заниматься потом плотно кроссфитом и уже 10 лет не представляет себя без него. Поэтому это к тому, что кроссфит калечит. Калечит он тех, кто и так покалечен в голове. Калечит дураков. Дураков нельзя покалечить. Здесь заборы. Я так понял, первый день второй будет второй? Потяжелее. Да, я считаю, что так правильно, запуститься хорошо, да? Давай. Да. Уже на зубах обозленные три задания для кого-то. Но те, кто не войдут, это ребята молодцы, это кто первый раз зашли, они рады, когда не попадают, потому что им уже... Хорошо, я очень люблю, когда атлеты попадают на все дни соревнований. А как по-другому? На все комплексы, но на...
Не так, как на некоторых стартах, когда будешь два задания сделать и уезжаешь. А потом начинается все твое, но не для тебя. А для твоих. Я говорил ему, если ты сделаешь за 9.20, вот так, боялся. Короче, вон там стоят штуки, называются йог. Вот. Говорят, что они тяжеленькие. Я сейчас попробовал. Жопа. Нет, не буду такое слово говорить. Очень тяжело. Весит 105 у нас, да, Маш? 105 килограмм. Два отрезка. Проносим йог, 20 рывков гантели, 25 килограмм. Два отрезка йог, 18 рывков гантели. Два отрезка, 16 рывков гантели и так далее, пока гантели до двух повторов не доходят. Маша, после двух рывков надо йог нести. Короче, два рывка гантели и бежишь назад. Главное не заступить. Это все на сегодня. Три. Второе задание оказалось намного тяжелее для меня, чем первое, потому что мою поясницу убил этот йог. Потому что я просто... Мне было очень тяжело его тащить. Я отдыхал, ну, только ради того, чтобы йог просто стартануть, потому что мне прям в поясницу прям отдавало, я прям чувствовал. Ну, это реально боль. Мне ничего не болит, кроме поясницы. Я физически измотан только потому, что у меня не тянет спина просто. Я, конечно, надеюсь, что это хороший результат. У меня живого места нет на майке. Это... Moscow Throwdown. Закончили первый день. Поехали кушать, отдыхать. Следующая часть через недельку посмотрите.